племянница отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория несколько месяцев назад была трудоустроена в компанию, которая производит передачи для Первого канала. Об этом она заявила в интервью русской службе BBC, опубликованном 10 июля. По словам Скрипаль, она была формально зачислена экономистом в компанию ООО «Директ», также снимает программу «На самом деле», через которую получала деньги за участие в программах на канале. Племянница Скрипаля уточнила, что никаких реальных обязанностей в компании она не выполняет. По данным BBC, во время интервью женщина продемонстрировала справку для посольства Великобритании, выданную работодателем, в котором написано, что ее ежемесячный оклад составляет 115 тысяч рублей. Из документов следует, что эксклюзивный контракт с Первым каналом она заключила в апреле. Такой вид договора означает, что Скрипаль не могла появляться в шоу на других каналах. Во время интервью Виктория не стала раскрывать заработанную сумму, сославшись на условия неразглашения. Собеседник BBC, близкий к племяннице Скрипаля, признался, что за участие в шоу Первого канала родственница бывшего российского офицера единоразово получила 1 миллион рублей. После выхода материала Скрипаль опровергла информацию о своих гонорарах за участие в телешоу. «Я не давала интервью BBC по поводу моих гонораров. Этих корреспондентов, которые указаны в статье, журналисты побывали в съемочном павильоне ООО «Директ». Примечание. Ленты.ру. Я не видела и не знаю, особенно девушек. Лично они со мной не беседовали», — заявила Скрипаль в разговоре с РБК. В ответ русская служба BBC опубликовала видеоверсию интервью со Скрипаль. В печатном виде оно появилось на сайте еще 4 июля, в котором женщина прямо говорит о своих отношениях с Первым каналом, но отмечает, что не может раскрывать эти данные. Скрипаль замечала, что ей нужна была какая-то сумма денег, чтобы оплатить поездку в Лондон, куда она собиралась, но ей было отказано в визе. Виктория Скрипаль живет в Ярославле. Регулярно появляться на телевидении она начала с весны 2018 года, когда отравили ее дядю Сергея Скрипаля и его дочь, двоюродную сестру Виктории, Юлию. В нескольких выпусках вместе с гостями студии она разбирала телефонные разговоры с Юлией, подлинность которых не установлена. В одном из таких разговоров дочь Скрипаля якобы обвинила сестру в том, что не может приехать в Россию, в том числе из-за активности Виктории на российском ТВ. В свою очередь Виктория не считает, что участие в программах, посвященных родственникам, может как-либо им навредить. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись.